Идем уже к машине, сейчас поедем обратно в Лорет-де-Мар с Барселоны. И как бы такой прикол, сейчас мы подошли к девкам в кафе там пообщаться. И сидит чувак какой-то, реально старый, там, сколько бы, блядь. Короче, ну, чувак, у него на себе не показывают, у него какие-то там шланги из носа, там, какая-то кислородная маска, это хуйня, то есть. И там какой-то специальный аппарат какой-то. В общем, чуваку херово, он старый. В каком-то из своих там прежних видео я рассказывал тебе там про то, что молодость это самый-самый. Молодость это самый такой вот сильный ресурс, твое здоровье, твоя молодость. И как бы прикол в том, что глядя на этого чувака, реально понимаешь, что вот я смотря на него, знаете, я смотря на него, понял, что. И это каждый раз понимаю. А я сегодня видел инвалида какого-то такого припизнутого на такой тележке, короче, ехал весь в слюнях. То есть, ребят, пока вы молоды, делайте что-то, меняйте свою жизнь. Пытайтесь хоть как-то выбраться из той жопы, в которой вы находитесь. Не все, конечно, в жопе, но я имею в виду тех колхозников, провинциалов, которые живут там в деревнях, в маленьких городах. Ребят, я бывший колхозник сам. Скажи про Айбицу. Что про Айбицу? Что мы... короче, да, и вот еще момент. У нас есть такой товарищ, мы уже назвали, как его зовут, но неважно. В общем, некий Женя, да, то есть офигенный парень, но он каким-то чудным образом погряз, застрял в бедности и уже как-то отчаялся оттуда выйти. Прикол в том, что вот когда Санек с ним недавно общался, он говорит, у меня была мечта, хотя человеку 30, попасть на Ибицу. Но что он сказал, Санек, что типа... Но уже, наверное, нет. Да, и вот эти слова, что типа, но уже, наверное, нет. То есть, понимаете, блядь, то есть человек на своей жизни... Жить и жить, я не знаю, да, только начинается, 30 лет. А уже все. Человек просто уже говорит, поставил, все, пиздец, все. Да. То есть, понимаете, если ему было хотя бы вот как этому чуваку старому, там, лет 70, да, можно сказать, у него реально уже нет, потому что он не может ходить, он ходит от двери до двери. У него все. Нет шансов, да. А Женек, то есть, как человеку 30 и... Все, молодой, я красивый. Я не понимаю, для меня вот человек как бы... То есть, если я сдамся, я пущу руки и как бы... Я потому что сам знаю, что такое отчаяние, у меня это было много раз в жизни. И, мягко говоря, это не самое хорошее ощущение. Наверное, это самое хуевое, что может быть в жизни, когда ты опускаешь руки и отчаиваешься. Но когда тебе 30-ник, и ты говоришь, что, наверное, уже нет, ребят, но... Почему я все это? Расширяйте свои карты сознания, свои рамки сознания. То есть, ставьте самые глобальные цели, в которые вы даже не поверите. Есть такая тетка Шафранова, да, то есть она очень умные вещи говорит про цели, про деньги. И она говорит, что как бы, одна или две из целей в твоем списке, они должны быть такие, чтобы ты в них сам не верил. Какие-то просто невероятные, там, допустим, там, попасть в список Forbes. Купить такую яхту, которая... Санёк, да что ты на этих тёмах, блядь, они не наши. Попасть, не знаю, купить какую-то невзъебенную яхту там и так далее. То есть вот, ребят, мечтайте, не сдавайтесь, не опускайте руки. Особенно вы, колхозники. Колхозники без обид, в хорошем смысле слова. Ребят, выбирайтесь нахер из своей дыры. Делайте что-то. Жизнь быстро проходит. Как-то так, это был порыв души. Увидимся.